«Победим Ц» – акция с таким названием стартует в Донецкой области и всей стране. Так, завтра, 28 июля, на бульваре Горбачева в Макеевке все желающие смогут пройти бесплатные экспресс-тесты на ВИЧ, сифилис и гепатит. Также организаторы расскажут подробнее об этих болезнях, их лечении и симптомах. Начало акции запланировано на 14 часов. О ее итогах мои коллеги расскажут в выпусках новостей понедельника.